Самого открытия. Как вам эти 4 дня, которые уже прошли? Ой, потрясающе абсолютно. Просто каждый раз, мне очень нравится, что каждый раз фестиваль в каком-то новый ключ находит и новые предлагает ощущения и расширение нашего кругозора. Я это очень люблю, когда кругозор расширяется. На что вы сами собираетесь сходить еще до конца фестиваля? Ну вот на все, что можно, до 21-го, пока я буду, на все, что можно. Единственное, в 3:30 это не мое время. Это я в это время сплю все-таки. К сожалению. Вы для себя что-то не выделяете, чего вы ждете, закрытие, например? А вы знаете, нельзя ничего для себя выделять. Я привык уже ничего не выделять, потому что, как часто бывает, то, чего не ждешь, оно как раз вот бывает самое интересное. Вот вчера, например, эти самые подводные, это просто совершенно что-то сказочное. За это время просто ты думаешь о том, как ты живешь, в каком мире и какие звуки вокруг тебя. Это просто совершенно потрясающе. Нужно просто ходить и удивляться. Да, да, вот удивись и удиви. Это прямо слово, которое подходит к Дягилевскому фестивалю. Я очень любил всегда Зальцбургский фестиваль. Он в этом году с Куренцесом будет. И я очень рад, что я на него поеду. И я очень надеюсь, что Куренцес там тоже будет нас удивлять.